У девушек, которые на этот раз не сумели завоевать лицензии, есть еще шанс. В мае в Таиланде пройдет лицензионный турнир. В Кызылорде прошел первый республиканский турнир по казах-куресу «Шекара Барысы» среди пограничников. В соревнованиях приняли участие 17 команд из разных регионов страны. В 7 весовых категориях звания сильнейшего оспаривали свыше 120 спортсменов. По результатам 2 дней 3 место было присуждено борцам из западного Казахстана. Жамбылские пограничники заняли 2 место. Сильнейшими признаны борцы из области Абай. Почетный титул Тюйепалуана выиграл в упорной борьбе наш земляк Бахытбек Омбеткулов. Жасқа қатысушылардың өте жоғары деңгейде дайындалып келгендері көрініп тұр. Турнир по казах куресу проводится впервые среди пограничников. Участники, видно, приехали с хорошей подготовкой. Такие мероприятия проводятся в целях повышения физподготовки военнослужащих, привлечения к занятию спортом.